Более полусотни работ современных художников, скульпторов, фотографов, география, Москва, Владивосток, Хабаровск, Япония, Германия – все эти работы сегодня выставлены на площадках Центра современного искусства «Заря» и ждут своих хозяев-коллекционеров. Сам аукцион запланирован на 9 декабря. Сегодня мы открываем выставку, приуроченную к благотворительному рождественскому аукциону, который Центр современного искусства «Заря» совместно с галереей современного искусства «Арка» и фондом «Тепло наших рук» проводит для того, чтобы собрать деньги для детей, которые еще не сироты, но уже не живут в семье. Мне кажется, что мы сделали очень хороший проект. Мы предлагаем говорить о благотворительности как о празднике, как о способе встретить конец года и сделать доброе дело. Цель аукциона в этом году – собрать деньги на новую оборудованную детскую площадку во дворе краевой детской клинической больницы номер 2 во Владивостоке. Сейчас в медико-социальном отделении больницы проживают и практически не выходят за ее пределы около 70 детей от полугода до 4 лет, в жизни которых нет мамы и папы. Малыши живут в этом отделении в течение длительного периода времени, после которого или возвращаются в родную семью, что бывает крайне редко, или получают статус сироты. Оборудованная площадка для них – это средство для социализации, развития крупной моторики, место для игр, досуга и развития. Нашему проекту с этим названием «Тепло наших рук» уже более чем 3,5 года. И миссия, основная цель создания этого проекта – это социализация детей. И когда представитель «Зари» пришел и предложил нам принять участие в благотворительном аукционе, я, конечно же, с радостью согласилась. 9 декабря будет благотворительный аукцион, в ходе которого мы планируем собрать 600 тысяч рублей. Посетителям выставки предоставлена возможность приобрести в коллекцию произведения живописи, графики, фотографии и скульптуры, предоставленные арт-группой Ели Кука, художниками Андреем Дмитриенко, Устиной Яковлевой, Евгением Макеевым, Кириллом Крючковым, Эвелом и многими другими художниками из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Токио и Берлина. Это работа немецкого художника, которого зовут Эвел. Он один из международных участников этого аукциона в этом году. Это плитка, которую он сделал в ручной работе, тиражная работа. Но одна из копий представлена здесь, в Владивостоке, на нашем аукционе. Я надеюсь, что она найдет своего коллекционера и поможет детям. В 2016 году в рамках аукциона Центра современного искусства «Заря» были проданы 60 произведений, собрано больше 500 000 рублей. Все средства от продаж были направлены на помощь детям, больным онкозаболеваниями. Посетить предаукционную выставку в Центре современного искусства «Заря» может каждый желающий. Вход свободный. На выставке можно ознакомиться с выставленными на аукцион лотами, а также с документами и перечнем нужд больницы, внести пожертвования и зарегистрироваться на сам аукцион, который пройдет в «Заре» 9 декабря. Дмитрий Беломестный, Игорь Болтов, новости на 8.